Всем добрый день. Сегодня у нас 29 мая 2022 года. Находимся сейчас на общем водоеме. Прогуливаюсь по берегу, разговариваю с рыбаками. Ну вот, происходит поклевка, вылаживание. Ого! Слушайте, хороший. Вижу, что хороший. Да, отличная, отличная, отличная особь. Ребята, молодцы, здравствуйте. Красавчик какой. С почином, первый карп. Да? Вообще, ну, в жизни. Вообще в жизни. Ничего себе. Отличный, чистенький, красивенький. Тихонечко, пока. На что поймали? А, тут смесь. Кукуруза одна, кукурузина и 5 опарышей. Как у вас все? Кукурузина, кукурузина, 5. Не 5, не 6, все, 5 опарышей. Сам второго в жизни поймал первый раз. Слушайте, ну вы молодцы. Все хорошо. Продолжайте. Я думаю, все у вас сложится, не переживайте. А по поводу щуки сейчас мы с вами поговорим за кадром. Все, не буду вас отвлекать.